В Якутском ЗАГСе зарегистрировали 385-й брак с начала этого года. Молодоженов поздравили представители администрации города. Цифра выбрана не случайно. В этом году Якутск отмечает свой 385-летний юбилей. Паре вручили памятную статуэтку и пожелали счастливой семейной жизни. К слову, это не единственное мероприятие, запланированное в городе и посвященное его юбилею. В ближайшие дни представители администрации Якутска поздравят мать, родившую 385-го ребенка. Остальные мероприятия пока держится в секрете. Для нас это стал очень большой сюрприз, что нас выбрали именно 385-й парой. Это вот память на всю жизнь. И вот специально ли вы выбрали именно 17 марта 2017 года, вот как такую особенную дату? Ну так получилось. Нет, не специально выбирали, просто случайность. И ваши пожелания другим, может быть, парам на этот год? Здоровья, счастья и любви. И благополучия. Спасибо вам большое. Спасибо.